Уважаемый Олег Валерьевич, уважаемая Клисти Федухевна, уважаемые партнеры, организаторы, дорогие наши дети, дорогие друзья, мне вспомнилось одно высказывание Нобелевского лауреата по физике Жориса Ивановича Алферова. Однажды он при нашей встрече, мне удалось с ним повстречаться, он сказал: «Якутские дети очень талантливы». И вот это для меня как такой те слова, которые являются руководством к действию. Действительно, за то время, как я работал и в университете, и потом далее, я всегда в этих словах на самом деле видел истину. Много очень наших детей, которым нужно просто создать условия для того, чтобы они раскрыли свои таланты. И сегодняшняя концепция фонда, с которой вы сейчас ознакомились, да, наша деятельность, она как раз направлена на это. Мы создаем партнерство, создаем социальные связи с тем, чтобы вместе создавать будущее, вместе создавать условия для наших детей, для того, чтобы дальше они создавали тот мир, в котором мы все вместе будем счастливо жить. Поэтому я сегодня хотел бы поблагодарить Хангаласов за то, что выразили мне такое доверие, вручили знак за социально-экономическое развитие Хангаласского района. Действительно, вот тот учебно-лабораторный корпус Малой академии наук, новый, который сегодня стоит рядом в селе Чапаево, это действительно, я считаю его своим детищем. Я много вложил сил действительно в то, чтобы этот корпус появился. Поэтому благодарю за то, что вы оценили мой вклад в развитие Хангаласского района. Ну и надеюсь, что вместе мы все будем строить наше будущее, чтобы оно было действительно счастливым. И, дорогие друзья, хотели бы сейчас такой один момент интересный. Мы в этом году, в честь 30-летия, произвели ребрендинг. И хотели бы представить буквально вот впервые публично наш новый логотип.